Так, продолжаем гонки. Нет, я хочу костюм космонавта забрать себе. Но костюм космонавта я заберу. Блин, только какими жертвами? Один целый час мне надо играть, потому что заканчивается сразу. Гонка это через час 40 минут. Плюс мне надо будет потратить это 50 или 60 кристаллов. Так, ладно. Аккуратненько, давай еще крутимся. Сейчас тысячку делаем. О, делаем. Так, бензин закончился, да? Ну хотя бы мы сальто наделаем. Блин. Все. 400 монет, это мало. Так, поехали дальше. Сальтуша. Так, монеты соберем. Оп, поехали. Я здесь я много времени потерял вначале. Так. Аккуратно. Тоже делаем кувырочек. И монетки, я не знаю. Давай назад его сдвинем. Поехали назад. Монет много. Да, 248 монеток. Сальтуша, круто. Сколько мы тут сальтуш наделали? Я считаю, много. Так, бензинчик взяли. Еще парочку сальтушек. А, вот и финиш. За финиш нам дают 50 монет. Все, гонка. Гоним, ребята. Ай, да что ж такое? Почему я вернулся на ровном месте? Делаем сальто. Так, монетки тут я, к сожалению, не смогу их собрать. Так, что-то какая-то карта не очень мне нравится. Так, давай, сколько сальто сделаем? Двойное сальто? А чё? Тройное сальто, да. Двойное сальто. Еще давай. О, все, монетки мои. Мои монетки, хоть их не сильно много, и время у меня заканчивается. Да. 290 монет. Так, сальто второе место. Так, ну что ж, кубок пустыни. Давайте выберем туда тачку для пустыни. Ну, наверное, на раллийном авто поедем. Такс. Мне нужно выбиться вперед. А то я уже который раз приезжаю третьим. О, башкой стукнулся, спасибо. Пока здесь я уже как бы... Здесь я ездим. Нормально, первая позиция. Дальше. Идеальный старт у нас. Но они тоже какие-то все с идеальным стартом, походу. Вот этот чувак, смотри, видит. Иностранец, вот Хабибу. Хабибу. Очень быстрый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, еще кактусы. Они все меня опередили из-за кактусов. Я неправильно как-то заехал. Ага, хитрюхи какие-то. Они все хитрые, это вообще на тракторе фигачат. Ну смотри, какой у него трактор мощный, что он очень быстро едет на тракторе. Так, если я сейчас первый приезжаю, то меня ждет первое место, наверное, не точно. Давай. Ой. Так, у меня вот этот гаджет, который стоит, вообще, не должен менять, а другой. Второе место, плохо, второе место плохо. Так, райская бухта. Так, давай на райской бухте, на лихаче, может, поедем? Давно на лихаче не ездим. Давай, лихач. Так, он такой лихач, что он может взорваться. Видишь, надо смотреть, чтобы... Чтобы он не трясся. Ну, нормально. Чуть-чуть трясется, все, и это бензин уходит у меня, значит. Видишь как? Ну, выбились мы вперед.
Да, лихач все-таки лихач, реально. Быстрый. Только надо не доводить для того, чтобы трястись начинался. Так, а те что-то все поумирали, я не понял. А что, это самый первый, что ли, еду? Опа! А, бензин. Бензин закончился. Но еще не совсем закончился, но все равно. Да. Вообще машинки уже. Машинка скоро сломается у меня. Я так думаю. Все, есть. Доехали. Успели. А, еще и башку снес. Первое место, классно. Кубок Шторм Райдера. Кубок Шторм Райдера. А, поехали. Так, ребятки, у меня вот есть такая машинка, она ускоряется. Нормально едет. Но бывает тормозит. В каких-нибудь местах нехороших. Так, поехали быстрее. Еще ветер такой, смотри. Меняется на холодный, горячий. Горячий ветер сменяется на... Ух ты, куда меня понесло, алло. Да, и такое бывает. Как ты меня, вонючка, вообще догнал, а? Скажи мне, пожалуйста, я все время первый ехал. Я был все время первый, это меня догнал. Да. Ребята, как вы считаете, что это реальные игроки или это боты? Многие говорят, что это боты ездят. Еще и разбился. А, о, третий раз. Все идеально стартанули. Поехали. О, вода, вот эта вот вода, она меня затормозила. Вот смотри, как все уехали, а я тут торможу. Торможу. Так, лава здесь, о, господи, тут бы в лаву не попасть. А здесь будет сейчас ветер, по идее. Опа. Все. Без водички-то еду. Давай сюда, ветер. Наверх. Так, эти что-то все не могут проехать нормально. Третье место. Так, нет топливного расстояния здесь. Это хорошо. Мы возьмем вот эту машинку. Угу. Так, прокачаем топливное расстояние. Так. Ну, давай движок повысим. Ага, ну все. Поехали. Так, с улучшенным движком. Так, у кого какие гаджеты здесь стоят, там все. Так, тоже, смотри, противовес у меня стоит, а он мне, в принципе, здесь не нужен. Чем он мне здесь? Надо его будет убрать. Этот противовес. Ой-ой-ой, как нехорошо вот это вот. Это заезжаю я на этот мост. О, надо не сильно ехать. Опачки, закончилось, у меня сейчас закончится. Бензин. А, нет, пока еще не закончился. Опа, начался. Давай, едь. Вот. Да, ё-моё, давай. Ну, все что ли? Да, это я плохо здесь проехал. Очень плохо. Так, а здесь нам нужно прыгать. Давай посмотрим. О, какие гаджеты. А, нет, тут гаджетов там вообще нету. Офигеть. Ладно, поехали. Так, здесь мы будем ускоряться. Прыжок. Здесь прыжок. И здесь прыжок. Здесь, а, все уже, прыжков нет. Ну хорошо. Так, здесь у меня детали стоят правильные, да, более-менее нормальные. Давай сделаем машинку вид синенький, например. Поехали. Вот такой вот у меня танк. Оба, а как так получилось вообще? Странно. Так, здесь, ну ладно, поехали на этой машинке.
Не знаю, как вы так на танке лохануете, что оно еще на этом сломалось. Ну ладно, это не критично. Так. Главное здесь банки не растерять, потому что я через них не проеду. Все, едем. Интересно, за банки нам дадут деньги? Какие-нибудь, что мы их дотащим. Хотя бы какую-то часть баночек. Какую-то консерву или тушенку везем. Ну, посмотрим сейчас. Фиг знает, короче, не написано, что... Чего-то там дополнительно дают. Так, аккуратно, чуть сносит так, а? Какая толпа едет, а? О! Сальтушечка. Дальше здесь что у нас здесь? Тоже делаем сальтушечку. Оп-оп-оп-оп. Тоже тут разбились, да ё-моё. Так, финальный счет. Но пока мы не увеличили, да, поэтому мы стоим на месте.